Всем привет! Сегодня готовим ликер из ягод черной смородины. Нам для этого понадобилось 300 грамм черной смородины, 25 листьев вишни, зеленые листики такие были. Вот нам это нужно было сделать отвар, проварить 25-30 минут. Отвар состоял из смородины, листьев и 2,5 литра воды. Теперь нам это нужно все дело отцедить. Я использую сито. Вот так вот. Ягоду практически даже отжимать не стоило. Она хорошо сама уже разварилась. Это нам больше не понадобится. Далее нам понадобилось 600 грамм спирта. Самогона у меня нету. Можно было хорошего самогончика. Самогонные аппараты дорогие у нас. Вот приходится покупать спирт. Если есть у кого желание помочь каналу, ссылочка на кошелек снизу в описании. Для приобретения самогонного аппарата много интересных рецептов есть из самогона. Настойки красивые, вкусные. Так, теперь далее. Сыпем сюда ложку лимонной кислоты. Прям спирт. И 0,5 килограмма сахара. И далее заливаем все нашим отваром. Наверное, разолью. Много крупинок. Нам это дело надо будет настаиваться в течение 2 недель в теплом темном помещении. С температурой воздуха не более 25 градусов. По истечению 2 недель нам это все нужно дело профильтровать, разливать по бутылочкам и в холодильник на нижнюю полку, встречать гостей, выпивать, наслаждаться ликером. Также в течение 2 недель нам нужно все взбалтывать, потому что на донышке у нас сахар, чтобы сахар хорошо растворился за 2 недели. Оставляем комментарии, лайки, подписываемся на канал. До новых встреч!